Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Доходы кировчан выросли на 15%. Об этом говорят данные Кировстата. Такой заметный рост зафиксирован относительно доходов в январе прошлого года. За январь нынешнего номинально они составили 22 тысячи рублей. Что касается зарплаты кировчан, то по итогам января в среднем по области она составила 23 тысячи рублей в месяц, за год увеличившись почти на 6%. Программа «Экономика». Имущество Белохолунецкого машстройзавода продадут единым лотом. Такое решение было принято на собрании кредиторов по инициативе налоговой. Изначально планировалось выставить на торги 36 лотов на общую сумму 41,5 миллион рублей. С этим категорически не согласилась налоговая служба. Как пишет «Навигатор», там считают, что такой подход не позволит реализовать имущество по максимально высокой цене, а также сохранить производственный комплекс. В случае признания торгов несостоявшимися проводятся повторные торги со снижением на 10% начальной цены лота. То есть имущество будет продаваться за 37,5 миллионов. Если и повторные торги не состоятся, имущество будет продано путем публичного предложения, начальная цена будет составлять 22,5 миллиона рублей. Экономика на 101 FM. Новое здание налоговой сдадут в апреле-мае. Об этом стало известно в ходе посещения главой ФНС Кировской области Светланы Чарушиной строительной площадки. В пресс-службе налоговой отметили, что работа идет в соответствии с планом. Сейчас заканчиваются отделочные работы и производится наладка инженерных систем. На апрель-май запланированы работы по благоустройству территории и сдача объекта, пишет БН Киров. В новом здании будут работать сотрудники 5 офисов инспекции налоговой службы по Кирову, которые до этого располагались в разных частях города. Там предусмотрены 3 операционных зала с современным оборудованием и места для ожидания и заполнения документов. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 57,42, евро стоит 61 рубль 86 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.